матч 20-го тура Пари Суперлиги России по мини-футболу. Это вторая встреча между ЛКС и Сибиряком из Новосибирска. Яник Джилеро, ивуарийский форвард ЛКС. Ну и поехали смотреть этот интереснейший матч с участием команд из нижней части турнирной таблицы. Большое спасибо нашей замечательной студии Андрею Симонову и Федору Зинченко. На ваших экранах Илья Погонин и Алексей Ценглер им помогают. И с правой ноги пробил точно в створ ворот. 2-2, но под занавес первого тайма. Вот момент, но здесь Геджо в порядке. Дает свисток, можно продолжать игру. Первый фол и гол! 2-0! Вновь вылетает мяч в ворота новосибирской команды. И вот сейчас момент, и гол! 3-0! Вот так, еще нет у нас и половины первого тайма, а уже громит своего соперника ЛКС. И вчера мы довольно результативную игру увидели. Еще один хороший розыгрыш. Первыми, можно сказать, шагами в качестве главного тренера Сергея Покатыла. Совершенно разные по темпераменту. Вновь 9-й номер ЛКС смещается в центр. И получает обратную передачу. Как разыграли, надо забивать. И вот это промах от Яника. Опять же, то, что никуда не делась команда из Новосибирска, это очень круто. А вот как они пропускают голы, это, конечно же, ни разу не здорово. Ну и 100-й мяч в исполнении ЛКС. В этой ситуации можно лишь посочувствовать главному тренеру. Какой гол! 4-1! Ну вот красоту, красоту умеет исполнять Дмитрий Катане. Хорошая передача, удар по воротам, 5-1! ЛКС начинает и вторую половину игры с забитого мяча. Катане сыграл на правый и дальний выстрел своим капитаном Денисом Гулякиным, а также с ними же, само собой, Олег Кручинин. Удар по пустым воротам и 6-1. 6-1, продолжается разгром новосибирского коллектива и забивает очередной мяч Олег Кручинин. Гуляйкину здесь нужно подниматься, несмотря на такое недовольство со стороны публики. Можно добивать и 6-2. Ну вот, наконец, сумели реализовать лишнего. Мы видим грузинскую команду на Евро-2024 в Германии. Сегодня они одерживают вторую победу подряд. Последний раз два раза подряд ЛКС побеждали, опять же, еще в декабре